Сегодня 29 февраля. Эзотерики считают этот лишний день особенным. А наши предки верили, что это один из самых страшных и мистических праздников. Что же может случиться в этот день? Узнайте из этого выпуска. Всего один раз в 4 года в календаре мы встречаем такую дату, как 29 февраля. История, которую я вам сегодня расскажу, приключилась много лет назад. В тот год ко мне пришел за помощью Григорий. Мужчина в самом расцвете лет, 35, волевой подбородок, умные глаза, море энергии. Григорий рассказал, что получил отличное экономическое образование в престижном вузе. Всегда хотел свое дело и в итоге открыл фирму, торгующую кондиционерами. И все ему в его жизни нравилось. И все идет так, как он задумал. Но обратиться ко мне за советом его заставил трагический случай. Когда его фирме исполнился год, они основали традицию праздновать 1 марта, первый день весны. Почему 1 марта? Все очень просто. Для фирмы, которая продает и устанавливает кондиционеры, начало весны означает начало нового сезона. Праздник отмечали всей конторой широко и громко. Но в тот год на пятницу выпало 29 февраля, а 1 марта выпало на субботу. Когда же праздновать? Григорий решил не откладывать и погулять всем коллективом именно 29 числа. 29 февраля лучше не начинать новых проектов, не устраивать свадеб, не крестить детей и не намечать больших праздников. Особенно, если их можно перенести. Все это сулит неприятности. Но Григорий считал себя человеком несуеверным. Да и более того, он просто не знал о том, что этот день считается неблагоприятным для гулянок. Итак, организовали праздник, накрыли на стол, собрали весь офис. Григорий взял в руки стопку, чтобы произнести тост. И упал, потерял сознание. Конечно, сотрудники сразу же вызвали ему скорую помощь. Но когда его довезли до больницы и взяли все необходимые анализы, оказалось, что нет ничего такого, что могло бы вызвать потерю сознания и произойти с его телом просто так. Выпить он не успел, он не болен, ни инсульт, ни что-либо еще. Но вот что интересно, что пока Григорий был без сознания, он видел перед собой лицо неизвестного мужчины. Он ничего не говорил, это был просто образ, который стоял перед глазами. Никого из такой внешности в жизни Григорий просто не знал. Вечером, когда Григорий приехал домой после больницы, он узнал трагическую новость. Умерла его пожилая бабушка. Обычные люди видят только оболочку. Тело, внешность, руки, ноги. Вот перед вами шестеро незнакомцев. Кто из них не из этой семьи? Кто не связан узами крови с другими? Можете угадать? Я экстрасенс. Мне доступно больше, чем другим. Для меня связь между людьми видна сразу. Вот так я это вижу. Словно светящуюся красную нить. Да, кстати, вот эта женщина не член этой семьи. Ну как, интересно? А лайк поставили? Тогда продолжаю. После смерти бабушки Григорий приехал к ней на квартиру и стал разбирать ее вещи. Нашел и старые фотоальбомы, и черно-белые фотографии. Дело в том, что их семья очень бережно относилась к своей истории. И Григорий знал своих предков до пятого колена. Но тут, на одном из старинных снимков, он видел молодую бабушку, которая в летнем саду обнимается с каким-то парнем и смеется. И такое тепло шло от их объятий, что было совершенно очевидно, что на фото не случайный человек. Но кто же это был? Кто-то очень важный. Более того, я скажу вам, что по внешности этого парня Григорий узнал образ, который стоял у него перед глазами. 29 февраля, в день смерти бабушки. Дедушки уже не было в живых, поэтому мужчина спросил маму и отца, и других родственников о том, кто это. Но никто ничего не знал о снимке. И человеке рядом с молодой бабулей. Вот тогда Григорий пришел ко мне. Фотографию бабушки с загадочным незнакомцем Гриша принес с собой. Едва я взяла ее в руки, как в нос ударил больничный запах. Нет, конечно, пахла не сама фотография. Это был дух, который я ощущала с помощью своего седьмого чувства. «Если хотите узнать, кто на фото, то вам надо идти в больницу», — сказала я Грише. И мужчину озарило, ведь бабушка же работала в больнице. Мы попрощались с Григорием, но, как вы догадались, не навсегда. Чуть позже я узнала продолжение этой истории. Наши предки верили, если хотите избежать неприятностей, которые несет 29 февраля, надо в полночь раздавить в руке сырое куриное яйцо.
Григорий в итоге отправился в больницу, где до самой пенсии работала медсестрой его бабушка. Но кому бы он ни показал фото, никто не знал, что за парень стоит с ней рядом на этом снимке. Абсолютное большинство сотрудников было значительно моложе умершей бабули и не застали те времена. Расстроенный Григорий, забирая свое пальто, увидел пожилую гардеробщицу, ровесницу его бабули. Григорий достал из кармана фото и показал его пожилой женщине. «Ой, это же Нинка с Колей!» – воскликнула она удивленно. От гардеробщицы, которая знала в больнице всех и вся, Гриша узнал, что его бабушка Нина в молодости влюбилась в одного из пациентов по имени Николай. А он внезапно и скоропостижно скончался. Сердечник был. И смерть его пришлась на 29 февраля. Оттого гардеробщица его и помнила, что дата такая примечательная. Но больше всего ее удивило, что Нина, бабушка Григория, вышла замуж, как не прошло и месяца со дня смерти Коли. Такая любовь у них была, но такая любовь. А тут раз и замуж. Как будто и не любила Кольку никогда. Григорий пришел ко мне как раз-таки, чтобы сообщить о результатах своего расследования. У него все еще было много вопросов о случившемся. Он даже опасался, что родной дед бабулю приворожил с помощью черной магии или свел в могилу предыдущего жениха бабушки. Хотя сейчас я хочу сделать небольшое отступление. В самом начале, когда Григорий пришел ко мне, он рассказал о еще одной странности, которая преследовала его всю жизнь. Дело в том, что по ночам ему часто снилось, что он повар в обычной столовой. Важно то, что во сне он чувствует, что именно вот эта готовка и звон посуды – дело его жизни. А потом Григорий просыпается и с ужасом думает, что никогда не хотел бы быть поваром. Вот это просто не его и все здесь. И в роду ни одного повара нет. То есть получается такая двойная жизнь. Пока бодрствует, он кайфует от своей работы, от своего дела, а когда наступает ночь, он счастлив в профессии, которую никогда бы не выбрал в реальной жизни. Такое несоответствие пугало мужчину. Но он никак не мог понять, откуда этот образ повара появился в его голове. И тут он, старый гардеробщица, которая опознала на фотоснимке его молодую бабушку в объятиях некого умершего пациента Николая, Григорий узнал, что Николай по профессии был именно поваром. Все эти странные совпадения заставили Григория не на шутку волноваться и чувствовать себя втянутым в какую-то странную семейную тайну. Чтобы во всем разобраться, он пришел ко мне снова, уже с двумя фотографиями. Одна из них, где бабушка с Николаем, а другая, где бабушка с его родным дедом, за которого она и вышла замуж. Едва взяв в руки эти фотокарточки, я поняла, что же случилось. Мне пришлось рассказать Григорию истину. Нина, бабушка Григория и Николай познакомились действительно в больнице летом, когда был сделан этот снимок. А зимой парень снова загремел в больницу и скончался из-за проблем с сердцем. А спустя несколько дней Нина узнала, что она беременна. В то время родить ребенка без мужа было и тяжело, и позорно. И чтобы скрыть беременность, Нина согласилась выйти замуж за своего давнего ухажера. Этого человека впоследствии дочь Нины и ее внук Григорий и назовут своим отцом и дедом. В то время, как их реальный отец и дед уже будет лежать на кладбище. В своих историях я не раз говорила вам, что семейные тайны всегда всплывают наружу и отражаются в детях. В данном случае Григория преследовал образ родного дедушки во сне. А бабушка в итоге умерла в один день со своим любимым. Только с разницей в несколько десятков лет. И сегодня, 29 февраля, в особый день, я хочу напомнить вам простую истину. Тайное всегда становится явным. Старайтесь не оставлять наследство своим детям и внукам мрачные тайны и черные проклятия. Живите в согласии со своим сердцем. Несите в этот мир добро, и оно стократно приумножится в ваших потомках. Ну а если тебе интересно со мной оставаться не только в формате Coffee's Riders, подписывайся на мои социальные сети. Особенно на мой телеграм-канал Рейдотека, где я даю разные активности, даю аффирмацию на день. Даю Coffee's Riders только каждое утро. Встречаю вас и наш день со своей семьей, в которую тебя и приглашаю. Меня зовут Виктория Райдес, я жрица культа предков. И я собрала для вас самые интересные истории из моей практики. Для того, чтобы вы могли чему-то научиться.